По-моему, у вас было замечательное выступление, мы совершенно зря очень содержательно за его волновались. Но мы тут заявляли в теме все-таки, как нам подростков приобщать к современной музыкальной культуре. Так все-таки как? Вы знаете секрет, я уверена. Вы знаете, я знаю секрет, и приобщать к современной культуре можно только молодых. Люди, которые привыкли ходить в большой зал консерватории и слушать классику, с какого-то возраста перестают это воспринимать. Знаете, кто-то привык ходить, не знаю, в Лужники, и тоже там что-то слушает. Их можно, да, перетянуть? Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Были примеры, причем, вы знаете, я точно знаю, что вообще нельзя, когда ты занимаешься искусством, ну, современным искусством, нельзя вообще идти по принципу что-то попроще, чтобы было понятнее. Делайте любые эксперименты. Наоборот, именно подростки, молодежь это оценит. Я вам могу сказать, что во многих странах, в Голландии, например, есть даже целое направление, называется «Открытые уши». Это как раз программа, направленная на воспитание подростков. Ну, а как можно же сделать так, чтобы подростки узнали о том, что вот там что-то интересное? Согласна, нас одних мало, потому что вообще коллективов, которые занимаются современной музыкой в России, по-моему, всего 2-3 в Москве. И я говорю, что мы, по-моему, единственный из этих коллективов, которые колесят каждый год на гастролирующий коллектив, нас поддерживает Министерство культуры с этой программой. И каждый год мы покрываем где-то 20-25 городов. Согласна, что это очень мало, но когда мы встречаем адекватную реакцию со стороны местных и даже чиновников, вот как это Галина Николаевна, все становится на своем месте гораздо быстрее, чем в этом году. Назовите несколько имен, вот, на которые в современной музыкальной культуре молятся. Вот что мы знали. Но вы имеете в виду композиторов? Композиторов, да, конечно. Современных, какого возраста? Умерших. Давайте так, 50% умерших, 50% ныне живущих, российских и зарубежных. Ну, чтобы все, что мы знали, что вот это вот контемпорари называется. Вы знаете, ну, совершенно, конечно, есть такие вот базовые явления, которые перевернули современную музыку в 20 веке. Это Янис Ксенакис, французский композитор греческого происхождения. Это Перкулес, которого, кстати, ненавидит сейчас Франция за то, что он в свое время сделал очень много хорошего, а сейчас, к сожалению, слишком пользуется своей властью. Это Дирк Лигетти. В нашей стране, безусловно, я считаю нашу ситуацию еще в советское время перевернула так называемая «Московская троица» Дениса Шведки Губайдулина. Я была ученицей Дениса в консерватории, он меня затащил в современную музыку на первом концерте. Я грохотала, смеялась до слез. Со второго концерта я его полюбила на всю жизнь. А из молодых? Ну, мы будем делать, что мы это слышим. Главное, что это мой телефон. Сама всегда на концертах делаю всем замечание выключить с телефона. Из молодых, вы знаете, я тут боюсь навязывать свое мнение. Дело все в том, что вы не представляете, как здорово сейчас развивается ситуация. Я помню, в нашем ансамбле в 90-е годы мы очень много гастролировали, и на зарубежных фестивалях нас просили, там всегда есть программа, включить музыку молодых композиторов. У нас возраст лиценз считается до 36 лет, до 35 лет. Так вот, это была проблема, кроме 3-4-5 имен, не было никого. Счастливы те ребята, которые уже родились и развивались, не зашоренные абсолютно в постперестроечное время, потому что сейчас, откровенно говоря, отбоя нет. И прекрасные композиторы, замечательные, креативные. Буквально вчера в музее Глинки один композитор сделал перформанс, в течение которого ломается скрипка. То есть идея сама... Как зовут? Ну, это такое, да, это жесткий. Как его? Жесть, как говорит молодежь. Георгий Дорохов. Это выложено уже в Ютьюбе, очень много, везде. Первый раз мы он купил 3 скрипки для ломания. Первый раз мы сыграли в Париже 3 недели назад. И хочу сказать, что если все-таки я чувствовала тогда лет 20 назад, что мы как будто вот немножко есть такой провинциализм, когда мы приезжаем на Запад, то сейчас вот этот процесс интеграции очень во многом уже произошел. Самое ужасное, что до сих пор многие люди, которые остались еще с тех времен, боятся
заводят какие-то совершенно жуткие разговоры, чиновники там, о душе, о духовности. Я уже язык сломала, мозоль на языке повторять, что духовность не зависит от твоего желания, а только от таланта. Она либо есть, либо нет, а любой человек искусства просто должен быть очень профессиональным и очень сведущим человеком. Давайте так и ответим не только на мои вопросы. Да, вот, да, вот скажите, есть ли какие-то, я не уверен, что они есть в России, может быть, по-вашему, есть на Западе, какие-то методики, способы обнаружить и развить у ребенка талант композиторский. Не исполнительский, а именно композиторский. Знаете, наша музыкальная школа рассчитана немножко на другое. И куда пойти ребенку, чтобы в нем развивали это, непонятно. Вы знаете, я вам могу сказать, вот у меня вот мой коллега, композитор Сергей Невский, очень хороший композитор, он одновременно живет в России и в Германии, ну и двойное гражданство у него. Вы знаете, дело все в том, что мне кажется, что неправильно поставлено наше музыкальное образование в общеобразовательных школах. У нас туда идут работать люди с культпросветного училища, то есть непрофессионалы. И если человек сам, педагог, не в курсе событий, что ж ты можешь сказать и чему ты можешь научить детей? Я помню, я сама из Волгограда, я помню, там какой-то был совершенно убогий баянист, и мы с ним распевали совершенно жуткие песни, он же не знал ничего. Просто его взяли, чтобы человеку часы там заполнить. А на Западе в общеобразовательной школе есть обязательство у композиторов, 1-2 месяца каждый композитор должен отдать работе в музыкальных, в общеобразовательных школах музыки. Вы понимаете, когда композитор говорит, я сама замечала беседу с ними, вот даже самый убогий косноязыкий композитор, когда начинает говорить, он говорит каким-то своим языком, это необыкновенно интересно. Виктория Милошина. Наших презентаций, если кто хочет, оставьте ваши электронные адреса и проэкспериментируйте, придите на концерты современной музыки.